их первый рубль. По поводу первого рубля заработанного. Василий Юмшанов, главный редактор газеты «Источник новостей». Был такой момент, что раньше каждое лето я проводил во Владимирской области, в городе Лакинске, где у меня жили бабушка с дедушкой. И вот первый рубль я заработал собственным трудом именно после окончания первого класса, когда мне было 7 лет. Поехал к бабушке с дедушкой. Там у меня еще вместе с ними тоже приезжал постоянно мой старший брат Леша. Он был там кем-то на вроде главаря местной мальчиковой банды своеобразной. А днем они зарабатывали себе деньги на различные развлечения, моя машины на автотрассе, в основном грузовики, КамАЗы. И они пригласили меня тоже поучаствовать в этом процессе. Вот собрали с собой ведра, тряпки, там около колонки вставали, машину уже заранее знают, что мы тут стоим, подъезжали. Было весело. Тут рядом брат, рядом знакомые парни местные, деревенские. Помню, что тогда за лето я неплохо заработал. Помню, что ежедневно я покупал себе мороженое, а под конец периода, когда я находился у бабушки с дедушкой, я купил себе футбольный мяч и привез его в Киров. Сразу же я помню, увлекся очень сильно футболом. Братья там, все там, отец тоже футбол очень любил. Тоже заразил меня этим делом. И вот именно после этого момента я стал почти постоянно в футбол играть. Известные люди Кирова рассказывают о том, как они заработали свой первый рубль.